Я почитал за этот автомобиль, почитал совершенно немного, просто так слегонца ознакомился с тем, что сделали. Посмотрел бегло на перемотках, какие обзоры, просто глянул, какого мнения люди, посмотрел больше в Ютубе, потому что там были опросы, и мне интересно было, что люди будут за это говорить. Легкая надежда на то, что новая «Газель Сити» стала лучше. Если мне вот сейчас понравилась из того, с чем я ознакомился, машина, ну как понравилась, ну имеется в виду приятные какие-то моменты, да, приятные чувства, приятные эмоции, то думаю, если я начну за нее говорить хорошо, если она мне на самом деле понравится, то люди подумают, что я продался. Она меня уже замучила. Я просто же люблю дирижировать, постоянно разговаривать. А эта рука у меня висит, я одной рукой, как вот, ну, мне неудобно. Я вот подумал над тем, что люди, они на самом деле не поверят. Они скажут, Марат и продался, Марату заплатили, Бороде заплатили.